PMC stands for Professional Monitor Company. And the company really started making monitors for the recording studios. So 21 years ago, Peter Thomas and Adrian Loder designed a product called the BB5, which stands for Big Box Version Number 5. It took them 5 designs to finish with that model. Компания PMC начала свою работу с производства профессиональной акустики для студийного использования и вошла на рынок именно как компания, производящая продукцию для профессионалов звукозаписывающей индустрии. 21 год назад компания выпустила на рынок первую свою модель, активные студийные мониторы BB5. Это сокращенно от Big Box, большая коробка. 5 вариантов дизайна, отделки и 5 вариантов конструкции, внутренней конструкции этой системы. And the reason for this design was the BBC needed a monitor that was very transparent, that they could play very high levels. So when you're replaying a live orchestra, something in film explosions, you needed a loudspeaker that could play high volumes but still sounded very clean, very low distortion. So this was the design criteria for the BB5 XPD. Акустическая система была сконструирована для BBC. И, в общем, не просто так, а BBC требовалась акустика, которая была бы способна воспроизводить очень прозрачные, очень чистые, высокие частоты, поскольку это было важно для записи их фильмов, когда, например, необходимо записать звук взрыва или еще какого-то природного явления, вот это должно быть очень чисто, прозрачно, и звук должен быть максимально реалистичным. Вот как раз для этого и создавалась, в общем, первая акустическая система PMC. So those speakers were introduced into Maida Vale, which is one of the famous recording suites and playback suites for the BBC. And they're still in use today, the same original pair. They use them in throughout Maida Vale. So they're still used as reference monitors. And since then, a lot of mastering houses have adopted the BB5 XPD as their mastering speaker. So when a mastering engineer creates the final mix of music before it's stamped into production, so the music that we hear as consumers, whether it's music or film, that's the mastering stage. They use PMC to actually check and adjust levels and create the music that we actually buy. Акустическая система BB5 по сей день используется на студии BBC, используется для создания фильмов и записи музыки. Также PMC производит справочные мониторы для студийного использования, которыми пользуются профессионалы звукозаписи по всему миру. То есть акустические системы, которые воспроизводят максимально реалистичный, максимально натуральный звук, который позволяет не упустить ни одной детали. Эти системы используются именно на процессе мастеринга. Это вот финальный этап завершения звукозаписи перед тем, как запись отправится как раз на перенос, на диск. Соответственно, для окончательной финальной проверки от точки всех деталей используется как раз вот этот PMC. So in 1999, PMC branched out into the consumer market with the FB1, and this is the first speaker that was sold to consumers. So we've been selling in the consumer market a short period of time compared to a lot of existing speaker brands. So really what makes PMC different to everybody else is the base loading system we use. We use a technology called transmission line inside the loudspeaker, and we use the air, the trapped air in the box, to our benefit. And this lowers coloration and gives you also deep bass for a size of box.
1999 году компания PMC начала производить продукцию для конечного пользователя, для аудиоманов и аудиофилов. Первой моделью была MP1. Это первая акустическая система, которые были выпущены для конечного потребителя, а не для профессионалов звукозаписи. Основное преимущество PMC заключается именно в их внутренней конструкции. Знаменитая технология прогрессивной трансмиссионной линии, которую они используют, ориентирована на то, чтобы направить поток воздуха внутри колонки как по лабиринту и, соответственно, скорректировать таким способом звуковые искажения, колебания внутри корпуса и сделать звук чище и прозрачнее. Эта технология позволяет воспроизводить акустическим системам даже с маленьким корпусом достаточно глубокий мощный бас и очень хороший чистый прозрачный средний частоты. So as the company has grown, we've introduced more and more models into the consumer market, and this is the I-Series range. And last year we took everything the feedback that we have from all our consumers, our dealers and distributors around the world on this model range and came up with the 20 series. So this is the 2021, which is the first model in the new 20 series range. PMC продолжила завоевывать рынок, используя и расширяя для i-серию, выпуская все новые и новые модели именно для поклонников хай-фай и хай-энда. Именно с этими моделями, с акустическими системами i-серии, PMC вышла на мировой рынок и начала продавать свою продукцию во всех странах мира, заниматься дистрибьюцией. И не так давно на юбилейный 20-летие на юбилей компании они представили новую серию 20, с которой, в общем, сейчас начинает свое триумфальное шествование по миру. Это самая младшая модель серии PMC 2021, которая вот сейчас у нас здесь представлена. So what were consumers asking for us? Well, the sound they loved. What they wanted was more design aspect, because originally we made loudspeakers for recording studios where the look doesn't matter, it was really based on the performance. Mastering engineers, recording engineers need to use speakers as tools, how they work, how they look doesn't matter. In a living room, it's a completely different thing. So the design aspect, it was very much a high consideration with this new range. Они решили выпустить эту серию, поскольку многие клиенты просили их поработать над дизайном и внешним видом акустических систем, потому как все акустические системы PMC действительно звучат, в общем, практически совершенно, поскольку они всегда производили акустику для студий, для профессионалов, которым было совершенно безразлично, как выглядит акустика, потому что они использовали ее в качестве инструмента. Соответственно, когда акустические системы стали попадать в гостиные, в дома, использоваться в системах домашних кинотеатров, стало важно, как они выглядят, и они должны были выглядеть красиво и стильно для того, чтобы конечные потребители захотели их покупать. So one of the common questions we get asked is, what is the difference between the speakers that are in recording studios and the ones that we can buy for home? Well, sonically, nothing. Because the philosophy is a good loudspeaker is a good loudspeaker. There's an opinion that loudspeakers, monitors, have a certain type of sound. Well, recording engineers need the same kind of performance as people who want to listen to the artists in their living room. So the sound of the 21, in principle, is exactly the same as the MB2XBD, obviously to a smaller scale. And this is what is quite unique about our product range. You have the same family of sound throughout all the models. You just have wider dynamic range, deeper bass, lower distortion as you go up.
Если вы спросите, чем студийная акустика PMC отличается от акустики для домашнего использования, на это PMC может ответить, что по звуку, по звучанию они не отличаются практически ничем, потому что хорошая акустическая система – это хорошая акустическая система, и неважно, в каком корпусе она выполнена. Разница в том, что отличается размер корпуса, но если послушать любую из серий, любую модель из серии PMC, то можно всегда услышать глубокий бас, широкий диапазон средних частот, прозрачное звучание высоких частот и в общей сложности очень гармоничную, очень реалистичную звуковую картину и хорошую резолюцию. И что самое главное, то что колонки полностью заполняют помещение звуком. Разница заключается лишь в размерах корпуса, от этого они звучат несколько иначе. Вот в модели к модели. So how do we achieve this level of performance? We pay very close attention to the manufacturing of the product. This on the outside is a box with two drive units, like a lot of loudspeakers. But the key is what is on the inside. So in the box, you have a folded line, a tube that uses the air to its advantage, and it comes out of the front port. The crossover in here, everything is matched. So we have components that come into the factory. And we don't just accept them and put them on the shelf. We measure every single component. We have a lady called Jane who sits in a room, and 1 week out of a month, she measures every single component. Then she takes those components and puts them in boxes where they're matched within 2% tolerance. Then the crossovers are designed as pairs. So each pair of crossovers are within a tolerance. Why do we do this? Because the design philosophy for Peter, the owner, is if he designs a fantastic pair of loudspeakers, he wants every single person who buys them to have the same consistency of sound. It's the same performance that he wants everyone to enjoy. Как PMC добились такого качества звучания в таком компактном корпусе? Они уделяют очень большое внимание деталям и именно процессу производства. То есть, если посмотреть внешне, это обычная акустическая система, которая, может быть, мало чем отличается от любых других представленных на рынке. Сердце PMC, оно находится внутри корпуса, то есть тот самый лабиринт, прогрессивная трансмиссионная линия, по которой воздух проходит внутри корпуса и выходит через фазоинвертор в нижней части. Именно он позволяет максимально сократить звуковые искажения и добиться такого прозрачного звучания. Они вручную собирают кроссоверы, подбирая каждую деталь, очень тщательно подгоняя их друг к другу. Каждый кроссовер собран вручную, на это тратится достаточно большое количество времени. Есть специальный отдел, который аккуратно, деталька за деталькой, собирают каждый кроссовер. Для того, чтобы у пары акустических систем было абсолютно одинаковое звучание, то есть они ничем совершенно не отличались. От модели к модели звук может разниться не более чем на 2%. И поэтому PMC добиваются именно такого качества звука, потому что Питер Томас считает, что клиент, который покупает акустику PMC для домашнего использования, должен иметь такое же качество звука, как и инженер, который создавал запись в студии для того, чтобы уловить все тонкости, все детали, все нюансы, которые вкладывались при создании записи. So how does this translate into the sound benefits for the listener? Well, the bass on the loudspeakers is very clean, very low distortion. When you play at low volumes or at high volumes, it's very linear. So
you can actually play these loudspeakers at very low volumes and you still have dynamics, you still have bass. You turn them up and you have more of that. So that is one important aspect. Чем это важно для конечного пользователя? Когда вы слушаете акустику на большей или меньшей громкости, создается впечатление некой линейности звучания. И если звук слишком тихий, то могут пропадать динамика, какие-то нюансы, детали записи. С PMC этого не происходит. То есть если вы делаете звук тише или громче, вы просто получаете чуть больше динамики и чуть больше громкости, но основная звуковая картина, она не меняется и не искажается, и поэтому музыка, вне зависимости от той громкости, на которой вы ее слушаете, будет звучать одинаково. So then we look at the dispersion, how the sound is produced into the room. Now, anybody can put a microphone in front of a loudspeaker and make it measure very well. The trick is to turn it here, and measure the loudspeaker, and it's still very, very smooth. Why do we do this? Well, it's because if we're trying to recreate natural music, if I'm standing here with a violin and I'm playing a violin, the sound doesn't come to your ears in one direction. It radiates from the ceiling, off the floor, off the back wall. So the smooth dispersion out of a loudspeaker is very important for soundstage, for imaging and for sounding very natural. Если мы возьмем микрофон и начнем измерять звук рядом с акустической системой, то в передней части возле динамика звук будет один. А значит, если уйти от динамика в другую сторону, то, соответственно, звуковая картина искажается. С PMC этого не происходит, потому как они, опять же, да, стремятся к максимальной реалистичности. И как Майк показал, вот если я сейчас встану перед вами и начну играть на виолончели, вы не будете, там, или скрипки, вы не будете слышать только то, что находится передо мной, только это звуковое пространство, потому что звук от музыкального инструмента полностью заполнит комнату, распространится в разных направлениях, и слушатели в разных местах помещения будут слышать, воспринимать звук практически одинаково. То же самое должно происходить при воспроизведении звука от акустических систем. Звук от акустики PMC полностью заполняет помещение, равномерно распространяется и создает гладкую музыкальную картину во всем частотном диапазоне. So how different is the performance of a domestic loudspeaker to the professional one? No difference. A recording engineer will sit in front of his mixing desk and he will have his near-field monitors and he won't sit with his head in a vise. He has to move. He has to go up. So if you have a really big sound stage, when you're mixing, you have very even sound. It's very easy to listen to the music. With loudspeakers in your living room, if you sit there and you have a great sound and then you move your head, that's not so good. So having a really big soundstage is important to both hi-fi people and professional people. So everything that we design and we learn from the recording industry and working with mastering engineers relates to people listening to music at home. Если вы профессионалы индустрии, работают с акустическими системами как с инструментом, они находятся очень близко от ушей звукорежиссера. Соответственно, ему очень легко услышать, наклонившись чуть-чуть вправо или чуть-чуть влево, все тонкости музыкальной картины. У него нет необходимости пойти в другой конец помещения, встать или совершить какие-то движения. Поэтому акустика для профессионалов, именно для инженеров звукозаписи, несколько отличается от акустических систем для домашнего использования, потому как потребители хай-фай и хай-энд аппаратуры, да, они, в общем, устанавливают все это у себя дома, а у себя в комнате мы очень редко сидим неподвижно просто для того, чтобы послушать музыку. Мы так или иначе перемещаемся по помещению. И, соответственно, PMC использует свой опыт для создания студийной акустики и переносит его на создание линеек для хай-фай потребителей и,
соответственно, в итоге мы получаем в общем, прекрасный результат, послушать который в рамках выставки может каждый. So the other common question we get asked is, do we balance for films or music? Well, a good loudspeaker plays both. An explosion or a 32-piece orchestra is creating sound. So a good loudspeaker will create the same sound. There's no difference in film or in music. And this is actually very important because when you put your CD into your CD player, does your hi-fi know whether it's jazz or classical? No. So you want to hear the music that comes out in the same standard. Нет необходимости выбирать специальную акустику для систем домашних кинотеатров и отдельно акустику для прослушивания музыки, потому что, опять же, хорошая акустическая система – это хорошая акустическая система. И оркестр, состоящий из большого количества музыкантов, и фильм, в котором записан взрыв, и то, и другое воспроизводит звук. И именно этот звук акустическая система должна донести до слушателя. Если она позволяет это сделать, значит, это хорошая акустическая система. BMC прекрасно играют и в системах домашних кинотеатрах, и кинотеатрах, и в стереосистемах для прослушивания музыки. В общем, в чем вы тоже прекрасно можете убедиться. So when we listen to music and film at home, what are we trying to do? What are we trying to achieve? We're trying to achieve the illusion that the band, if you're listening to music, is in your living room. So how do you want to do that? Well, the closest is to use the same monitors that the mastering engineers and the recording engineers use to make that music in the first place. So if you want to hear the artists, how the artists want you to hear it, use the same speakers that they record on. It's logical. Когда вы слушаете музыку дома, вы всегда стремитесь представить, что в данный момент перед вами находится оркестр, который играет эту самую музыку. Поэтому все стремятся к реалистичности, прозрачности и прочим атрибутам, которые приписывают акустическим системам. Поэтому если есть желание получить именно тот реалистичный звук, который воспроизводил оркестр при создании записи, наверное, следует использовать те же самые мониторы, на которых записывалась эта композиция. PMC установлена в большинстве профессиональных звукозаписывающих студий мира. И поэтому логично иметь дома акустические системы того же производителя, чтобы уловить все те нюансы, которые вкладывались в запись при ее создании. So if you want a very good example of this right now, if you go and watch Skyfall, the latest James Bond film, in the cinema, and you go home, well, that soundtrack was recorded by Thomas Newman on IB1S's, PMC loudspeakers. So what you're listening to is James Bond recorded on PMC. You want to hear it like that? Listen to PMC's album. Не нужно далеко ходить за примером, вы можете сходить в кинотеатр и посмотреть там последний фильм о Джеймсе Бонде, «Координаты Skyfall», саундтрек которому был записан Томасом Ньюманом на акустических системах, на активных акустических системах PMC OB1. IB1. Потом вы можете приобрести диск с этим же фильмом и послушать или посмотреть его дома с использованием акустических систем PMC, либо просто послушать саундтрек на своей стереосистеме. И вы увидите, что разница, в общем-то, невелика, и действительно можно услышать все то, что было вложено в саундтрек при создании. Okay, well, I hope I've given you a little bit more understanding on the company, our manufacturing, and our design philosophy. So if you have any questions, please ask. But thank you for your time and attention.
если Майк надеется, что сейчас стало понятнее, возможно, чуть легче воспринимать акустические системы PMC, стала понятна философия компании, их конструкторские разработки. И если у вас есть какие-то вопросы, то он с радостью на них ответит. И спасибо вам большое за внимание и уделенное время. Один вопрос. Какие усилители использовались для Джеймса Бонда тогда в этих? What kind of amplifiers were used for Skyfall soundtrack? The active systems use Bryson amplifiers. So we do our active systems and they're in combination with Bryson. Использовались активные акустические системы. Во всех активных PMC стоят усилители Bryson, которые, в общем, и были использованы при создании фильма. Интересно, когда динамики они будут сами делать, а не покупать? Когда динамики будут сами делать? Sorry, Mike, do you make drivers yourself or you buy somewhere? It's a combination of both. Some of the models on the big systems we make ourselves. The mid-range unit in the MB2 takes 2 days for us to make, and the HF unit we also make. All the other drive units are built for us in cooperation with our R&D department, because we work with SEAS, a Norwegian drive unit company, are very, very good. The drive units that are used in a transmission line are different to a normal reflex box, so they have to be designed a little bit differently, so that our design and so in certain models they're sent to us. In others we build ourselves, so it's a combination of both. Часть динамиков для больших студийных акустических систем они производят самостоятельно, в том числе среднечастотных динамики MB2 XPD, которые представлены в соседнем помещении. Остальные динамики делаются в процессе совместной работы с компанией SISDA, с которой они совместно занимаются разработкой конструкции этих динамиков. Просто SIS — это один из ведущих мировых производителей динамиков, а трансмиссионная линия требует определенной конструкции, и поскольку во всех PMC использованы именно технологии трансмиссионной линии, то динамик там несколько адаптирован, он делается специально для них. Ну, низкочастотники. Вообще все, которые SIS. Нет, низкочастотники делаются и PMC, а остальные USIS покупаются. Нет, они все делаются совместно. Совместно. Они делаются совместно. Ну, по требованию, конечно. Конечно, да. А в больших, в тех стоят такие же, как здесь, пищалки. Ну, твиттеры. Твиттеры? В тех больших другие. В тех больших другие. Два HPD другие, нежели. Они... Да, потому что там все-таки... Не, там другие, конечно. А вы скажите, пожалуйста, имеет ли смысл вкладываться в совершенствование конструкции в одинаковой, если... Каждое помещение имеет свою геометрию, свои поглотители и отражатели. Почему ходить уже можно? Проще правильно расположить динамики. Но Майк говорил о том, что смысл динамиков PMC в том, чтобы они полностью заполняли помещение звуком. В общем-то, для акустической коррекции помещения существуют другие материалы, это, в общем, совершенно другая задача. А может ли Майк сказать, в какой пропорции? Вот эти обстоятельства. Качество диффузного качества динамики и правильное расположение. От чего больше зависит? The structure of the driver and the geometry of the room the influence of the sound quality, which is the structure of the dynamic. Well, any loudspeaker in a room, you are listening to 50% of the room. Every single hi-fi system you listen to, you're listening to the acoustics of the room first. Okay.
One of the things that makes MC different is because the dispersion is very smooth and the bass is very smooth into the room, it doesn't excite problems in the room as much as other designs. So for sure, you're listening to the room. Every single system you're listening to. So then you for smaller rooms, for concert halls, the proportion is the same. Yeah, acoustics is acoustics. You have brick walls, you have floors, you're putting your box around the sound. Whether it's a concert hall or whether it's a living room, you're still listening to the room. That's why we make a range of loudspeakers, so you pick the size of speaker to acoustically fit your room. So to build a great hi-fi system, you have the right size loudspeaker for your room first, then you have an amplifier that controls that loudspeaker. Once you have those two things, you have the foundation of a great hi-fi system. You can build, you can have a preamp, you can have whatever source you want. If you have too big a speaker in a small room, it doesn't matter how much you spend on cables or how much you spend on amplifiers, you are overloading that room and you will always have a problem. And this is something that you have to be very conscious of when you're putting systems together. There are certain rules. If you get them right, you will have a great system regardless. He asks that maybe no company, there are no companies in the world who can the dome organ. Of course not. You cannot defy the laws of physics. An organ has huge pipes. You have to move air. You cannot do that exactly unless you use an organ. It's an interpretation. If you want to hear an organ, go to a church and listen to an organ. Короче, против физики не попрешь. Да, против сожжения существуют законы физики в нашем мире, и с ними... А вот еще не скажете, даже у меня же усилитель... Позиция такая. А ваша акустика, она не предназначена? Да, правильно. Ну, она в целом тяжелая, скажем так. Well, that's a very interesting point. We use paper cones. We use natural materials for our dry units. So paper is very stiff, very light. The crossover design we have also is a flattened leaf. So they are nearly all 8 ohms. And sensitivity is a minimum of 87 dB.
So actually working with tube amplifiers as we have in that room is not a problem. So they are very load tolerant, and because they're also linear, if you play them at very low levels or very high levels, you get the same but just more. So and the amplifiers like a speaker that behaves consistently. This is one thing that they do very well. 20 series is time aligned. So that slightly dynamic look is to time align the tweeter and the bass unit. So we use less crossover components. Also, it has a more dynamic look in the living room. So when you're sitting there, the speakers go away from you. They're less imposing and they disappear a little bit more. So there's two reasons why we do this design like this, which is aesthetics and performance.